Ребятки, всем привет, с вами Александр, канал Kinder & Company. Сегодня у нас будет мини-фигурочка ниндзя, мини-фигурс написано. И это у нас компания Decool, довольно-таки хороший производитель аналогов. А, собственно говоря, да, ниндзя, это называется серия аналог ниндзяга. У нас был Арон, у нас был Джестро, еще у нас были, точно было еще пару фигурок, а главное у нас была мобильная база ниндзяга. В общем-то, ссылочку обязательно ставим, переходим, кому интересно, классная мобильная база. Ну, а это у нас Человек-змея, это у нас Пайтер. Пайтер, вот такой вот у нас беленький змей Пайтер, вот кимоно, вот интересно, у него такое оружие. Он что-то там кричит на кого-то, явно злится. Что у нас сбоку? Так, 10.51, может это серия? Да, это серия, это номер нашей мини-фигурки. Вот наш Пайтер, и вот у него должно быть два оружия. То есть вот такая вот секира интересная и классический меч. Так, и что у нас есть в серии? Так, вот Пайтер, Зейн, два вида Зейна. Так, гигантский каменный воин. Ух ты, четырех руки, прикольный. Прикольный, в Shadow Warrior такой, кстати, в первой миссии мне попался. Так, генерал Козу. Так, Ян и все, все. Ну, я думаю, это не полная коллекция, но, по крайней мере, наверное, те, кто влез, а может и полная из данной серии Decool. Так, оставляем в сторону. И вуаля. Вот, собственно говоря, то, что у нас было в комплекте. Вот такая вот подставка, даже без надписи. Вот, давайте сюда прицепим сразу Пайтера. Вот так вот он выглядит. Ну, очень классно сделано. Пластмасса мне очень нравится. А, такая вот блестящая. Класс, ну как леговская. Ну, на керамику похоже. Вот люблю такую пластмассу. Очень хорошо. Хорошо смотрится это все дело. И очень так широко у него открыт рот. Забавно, можно какие-то штучки придумать. Так, и знаете, о, он как будто бы висит, а хвост у него сложен в виде пружины, знаете, он как тигра. Он так пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот так нужно прыгать, потому что хвост у него. Он несъемный, а не, должен сниматься, мне кажется. Вот, я вижу. Во, снимается у него, ребятки, такой хвост. И хвост у нас резиновый. Классненький такой резиновый, тоже очень приятный, такой прям как софт-тач какая-то резина. Приятная на ощупь. Так, ну оденем, вот так вот у него нижняя часть. И вот так вот голова. Ну, голова, конечно же, керамическая. Ну, пластмассовая, качественная пластмассовая. Вот так вот он у нас выглядит. Ставим его на подставку. Вот его секира. А, секира у нас даже такая. Вот она как бы разборная. Можно сделать несколько вариантов. Но, правда, фиксатора никакого нет. То есть он не мог спокойно себе вращаться. Внизу у нас вот такая вот есть такой кристаллик. Так, что? А, вот эта штука снимается? Нет, не снимается, то есть она цельная, ребятки. Цельная вот такая вот с зеленой энергией. Давайте ставим ее нашему Пайтеру. Ну, собственно говоря, вот так вот она упирается, кристаллик упирается в Пайтера. Ну и, то есть нам нужно уже рукой вращать, чтобы изменить какое-то положение. Ну и вот второе оружие, это у нас вот такой вот обычный меч Тесака какой-то. Ну, вставляйся. Вот так сделал. А ну давай выходи, кто на меня, кто на Пайтера. Вот такая вот у нас, ребятки, была классненькая фигурочка. Всем, кто любит ниндзяго, ставим пальчик вверх. И до скорых встреч. Пока-пока.